Доброе утро, любимый город! В эфире «Новости Лайт». Меня зовут Ольга Жукова. День должен начинаться с хороших новостей. О них расскажу. Поехали! Плата за проезд в маршрутках не изменится до середины лета. Верховный суд рассмотрит жалобу омских перевозчиков 3 июня. И какое бы решение он ни принял, оно вступит в силу только через месяц. До этого времени омичи так и будут платить за проезд в маршрутке по 20 рублей. Напомню, в прошлом году региональная энергетическая комиссия увеличила предельный тариф для автобусов малого и среднего классов с 18 до 22 рублей. Решение через Омский областной суд оспорил правозащитник Валентин Кузнецов. Приказ РЭК признали недействительным. Тогда апелляционную жалобу подали уже перевозчики. Точку в споре должен поставить Верховный суд. Новым наставником омички может стать Андрей Смирнов. По сведениям издания «Спортэкспресс», руководство команды уже ведет переговоры с 54-летним специалистом. И не исключено, что контракт подпишут в ближайшее время. Потенциальный тренер кошек в женском волейболе уже более 10 лет. За это время в его послужном списке работа ассистентом и главным тренером в клубах Тулы, Белгорода, Краснодара, Липецка и Воронежа. Под его руководством белгородская команда «Университет Белогорья» в 2008 году стала чемпионом Кубка России. Самым сильным человеком планеты может стать омич. Михаил Шевляков вышел в финал конкурса, который проходит в Малайзии. Как пишут коллеги из информагентства «Омск-здесь», до настоящего времени это удавалось лишь трем российским спортсменам. В решающем поединке встретятся 10 сильнейших людей планеты. Думаю, у нашего богатыря есть все шансы на победу. На прошедшем этапе его не сломила даже изнуряющая жара – 40 градусов в тени. Силач блестяще справился и со 100-килограммовыми гантелями, и с приседанием со штангой весом более 300 килограммов, и даже сдвинул двухэтажный автобус. И коротко о том, что готовит нам пятница. В 19 часов клуб активного отдыха «Увлечен и я» приглашает на мастер-класс «Большое путешествие по Омской области. 70 самых интересных объектов за 17 летних дней». Вы узнаете, как получить от поездки максимум впечатлений, где найти самый лучший и притом бесплатный путеводитель и какие мобильные приложения будут полезны. Ну а после 8 часов вечера омичи станут участниками всероссийской акции «Библионочь». В этом году все события в основном будут посвящены трем важным датам. 70-летию Великой Победы, юбилею Омска и году литературы в России. Организаторы уверяют, эксклюзива хватит всем. Встреча пройдет в библиотеке имени Пушкина. На этом пока все. Больше новостей в вечерних выпусках с Анастасией Дворецкой. Увидимся!